Напомню, единовременное социальное пособие предоставляется на детей от 3 до 16 лет. Выплата не зависит от уровня дохода семьи, статуса многодетности или наличия работы у родителей. На нее могут претендовать только граждане России, проживающие на территории страны. Кроме того, деньги не дадут тем, кто лишен родительских прав или ограничен в них. Оформить заявление можно до 1 октября 2020 года на сайте госуслуги через клиентскую службу Пенсионного фонда России или МФЦ.